выпускниками этого вуза под советское время, которые вообще демонстрируют блестящую подготовку и военных, так сказать, и гражданских аспектов своей деятельности. Ну, Алексей Алексеевич уже, так сказать, задал тон в смысле и выступлением теоретическим. Да, я, конечно, я не буду об этом говорить, я вернусь только к таким приветственным моментам. Действительно, уже было сказано о том, что это пятое чтение, за горами уже и шестые, то есть мы уже это планируем, и даже о седьмых сегодня словесе с Антоновичем Барановым. Когда-то действительно здесь надо отдать пальму первенства Александру Антоновичу, который высказал идею о том, что нам надо в городе консолидироваться, собираться, нас, социологов, ну, может быть, и много, но не так много, как хотелось бы. Фактически во всех вузах имеются, если не кафедры, подразделения, которые объединяют социологов. Это была, по-моему, отличная идея, когда мы к этому пришли и приступили к практической реализации. Действительно, мы проводили вместе все, вот вместе с вами, да, мы все проводили эти конференции, эти чтения социологические на разных площадках. При этом, как вы правильно сказали, Алексей Алексеевич, мы там проводили на разных, в разных вузах. Я вот, мне хорошо запомнилась очень расхожая конференция, очень такая вот содержательная, очень много людей было, большой интерес проявлен вообще в городе, среди вузовской научной общественности, вот города, и не только города. И хочу сказать, что каждая... Я вот обращаюсь к Алексею Алексеевичу, что он тут рядом сидит, ему надо поговорить. Вот. И вообще хочу сказать, что каждое из этих чтений, каждая из этих конференций имела свой профиль. Имела свой профиль, который, в общем, каким-то образом, ну, скажем так, привязывался к специфике вуза, к специализации вуза и к тем, в общем, трендам, которым вот, работают социологи, представляя те или иные учебные заведения. Это была экономика, это были проблемы образования. И, конечно, логично, что в рамках ВМЕХа, в рамках Балтийского университета мы обсуждаем проблемы социологии безопасности. Социологии безопасности. Ну, здесь много специалистов. Я вот сегодня посмотрел внимательно еще раз программу конференции. Сегодня нас ожидают крупные доклады с очень таким серьезным разворотом этой проблемы от теории безопасности, от общей теории безопасности к каким-то, значит, уже аспектам более конкретным, потому что понятно, что безопасности, видов безопасности, так сказал, действительно очень много, мы говорим о них часто, слышим о них часто, межнациональная, международная, экологическая, там, безопасность в плане борьбы с терроризмом, с продовольствием и так далее. Ну, я думаю, что в первую очередь социологи, раз вот здесь собравшись, интересуют в первую очередь, я думаю, те моменты безопасности, которые связаны с механизмами обеспечения, так социальными механизмами, обеспечения защиты индивида, человеческого сообщества, окружающей среды от внешних и внутренних угроз и рисков, которых, особенно в нашем глобальном мире, огромное количество, тем более глобализация действительно риски увеличивает, делает их реально глобальными, требует здесь консолидации сил и внутри государств, и межгосударственных усилий, в общем, так сказать, в масштабах всего мира. Все эти вопросы, не только эти, многие вопросы сегодня более конкретные найдут, безусловно, свое отражение в докладах, выступлениях здесь присутствующих. У нас очень хорошо, что у нас работает, кстати говоря, студенческая секция. Это замечательно, все больше и больше наши молодые социологи, студенты и аспиранты подтягиваются к нашим, так сказать, взрослым конференциям, проявляют к этому интерес. Они организуют свои собственные секции. Мы чрезвычайно этому рады, потому что в этом, конечно, залог нашей науки и, в общем, того наследия, которое мы передаем нашим молодым вот, именно социологическим наукам. Я тоже хочу присоединиться вот к пожеланиям, которые здесь прозвучали. Поскольку факультет социологии Петербургского университета является одним из организаторов этой конференции, наряду с иными указанными в программе организаторами, вот тоже хочу пожелать от нашего коллектива больших интересных, жарких дискуссий, поисков истины и сделать так, чтобы эта конференция осталась в нашей памяти, как действительно.
экономическим навыкам. Спасибо.